Здравствуйте, с вами канал «Вкусная еда и не только» с Джули. И сегодня у нас моя первая работа по мыловарению. Я, конечно, волнуюсь, потому что я вчера тренировалась, но потом в конце видео покажу, что я натренировала. Сейчас мы будем заливать тигра, сидящего на камне с цветочками. Но цветочки мы не будем заливать отдельно, потому что не получается. Ну, вот такой вот тигр. Попробовать-то можно. Ну, здесь вот цветочки нам не получится, потому что они вот здесь в конце. Вот. Угу. Так что, ну, будем его заливать в двух заливках. Ты себе сразу говорю, что не получится, а пробовать надо. Да. Потом я за кадром попробую и покажу уже. Ладно, все. А сейчас мы будем заливать его в мраморной заливке. Для этого нам понадобится белая основа. И я вот здесь уже вчера его заливала мраморной. 50 на 50 белая и прозрачная основа. И уже это, вот в таком стаканчике. Сейчас растапливаем и покажем, что дальше. Так, вот я растопила основу. Вот эти стаканчики я взяла. И такая дрянь. Упаковки. Почему? Потому что именно вот эти, они считаются одноразовые для горячего. Но я растаплю по чуть-чуть сейчас, так как я боюсь сильно поставить. И через 10 секунд она начинает плавиться. Стаканчик микроволновки. Нужно подбирать. Нужно подскажите, какие стаканчики вы используете. Да, может быть, кто-то будет меня смотреть по мыловарению и подскажите. Так, ну, вчера я пробовала душку снег, сегодня попробуем новогоднюю ночь. Он более резкий, ну, попробуем. Так, так как у нас... Чисто сначала белым, мы просто отдушку добавим, а она желтит. Ну, пусть желтит чуть-чуть. Вот. Так, и... Сейчас я попробую пипеткой чуть-чуть добавить белого внутрь, в носик, потому что там очень трудно доступное место. Я просто добавляю, потом резиночкой соединяю, и мы заливаем белой основой. Промазываем. И выливаем. Так, растопила я основу 50 на 50. И сейчас мы будем добавлять черный пигмент. Пигмент у меня турецкий. Я добавляю пипеткой, потому что... Так, и размешиваем черный пигмент. Вот такой вот серый получается. Добавляем отдушку. Так. Ну и начинаем заливать. Если меня смотрят мыловары, подскажите, что я, может быть, не так делаю. Может, что-то я первый раз. Мне хочется, конечно, попробовать все это. Потому что я видела вживую мыло. Так, как я знаю... Наша знакомая занимается, да, мыловарением, и мы это все это видели. Сейчас я туда прям постучу. Потому что, чтоб носик зацепился. Ничего, мне кажется, это у вас силиконовая форма. Несколько раз она уже расходиться начала чуть-чуть. Так,
Вот. И так как у меня сильный, мы вчера поняли, надо на расстоянии пшик делать. Ну, а теперь будем ждать. Так, время прошло. Давайте смотреть, что у нас получилось. Снимаем резиночку. Так, ну и вот такой вот тигруля у нас получился. Какая прелесть. Осталось теперь его разукрасить. И все, и он будет готов. Ну а теперь покажу, что я натренировалась вчера. Так, ну и вот что я вчера натренировалась. Вот это сегодняшний у нас тигруля. Вот это вчерашний. Вот. И я еще залила в коричневой такой вот заливке. Будем это. Да, будем потом. Также у меня пришла форма тигр в шапке новогодней. Ну, я, конечно, вижу свои чуть-чуть косяки, но их видно. Это первые мои работы. Вот это первая, вот это вторая заливка у меня получилась, более насыщенная. И также я сделала вот такую вот надпись. Рисочек. Несколько слоев. То, что оставалось, уже в конце. Да, уже то, что оставалось, смешивали. Цвета уже пробовала. Вот такое у меня сегодня видео. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И скажите, что, где у меня получилось или нет.